Каким я был ослом, когда я взял весло и на поход решился подписаться. Сказали там улет, и рыба так клюет, чтобы не гляже опасно там купаться. Сказали там пейзаж, пленэр и антураж, и каждый час на отдых остановка. Шампанское рекой, кормежка на убой, все это входит в стоимость путевки. Все это входит в стоимость путевки. Вот встали на весло, и тут нас понесло. Пороги, камни, гребля, ноги в руки. Катамаран мой хлам, и чуть живой я сам. О боже мой, за что мне эти муки? Я штопал и ковал, и кат свой рихтовал. На это я угробил обе дневки. А мне говорят, чувак, ведь это все ништяк. Все это входит в стоимость путевки. Все это входит в стоимость путевки. Ну ладно, пронесло, освоил я весло. И вроде в это дело я втянулся. Озера на пути, и их не обойти. Уж лучше бы я в пороге захлебнулся. К веслу почти прирос, грибу как паровоз. Все 25 км без остановки. А мне говорят, не беда, все это ерунда. Все это входит в стоимость путевки. Все это входит в стоимость путевки. А дамы просто зной, букет одна к одной, но требовали тонкого подхода. А я ж не Ален Делон, я не могу, как он, тем более в условиях похода. Махнув на все веслом, пошел я на пролом, и тут же получил по бестолковке. Коль хочешь ты любви, сначала предъяви письмо супруге с подписью в путевке. Письмо супруге с подписью в путевке. Но что ни говори, в походе день за три, и все же я домой вернулся вскоре. Смотрюсь я хорошо, как будто бы прошел лечебно-трудовой профилакторий. Вот так я отдохнул, и я гребал и тонул, и чуть дуба не дал без подготовки. А мне говорят, дуралей, за 10 тысяч рублей все это входит в стоимость путевки.